Сам, Господи, упокой души воинов за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положивших, от раны голода скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший царь всея Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, муфтий Абубекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения, Григорий Хайтович, председатель Иудейского религиозного объединения. Сегодня мы являемся участниками уникального события по увековечению памяти земляков, погибших за пределами нашей Родины. Закладка в крипту храма капсул с землей, привезенной с захоронений Второй мировой войны, из семи европейских стран, это действительно дано уважение славным сынам и дочерям Отечества, отдавшим жизнь за мир и спокойствие на планете. Глубоко символична наша торжественная церемония «Молитва за Беларусь». Молитва – это не только обращение верующих к Богу, но и выражение искренних и глубоких чувств каждого из нас, всего белорусского народа к своей родине, нашему общему дому, благополучии которого мы каждодневно заботимся. Под небом Беларуси сегодня живут в согласии, вступают в брак, воспитывают совместно детей представители более 140 наций и народностей. Гражданский мир и согласие, неприятие любых форм враждебности на религиозной и этнической почве стали главными составляющими нашей государственной политики. Жители Беларуси оценивают межконфессиональные отношения в нашей стране как спокойные. У нас нет дискриминации по конфессиональному и национальному признаку. Не знаю, есть ли еще такая страна на планете, где руководители разных религиозных и общественных объединений не только дружат между собой, но и активно помогают друг другу. Здесь, на этих ступенях нашего храма, хочу сказать белорусскому государству быть вечно. Мы никогда не отдадим ни пяди своей земли, не претендуя на землю других. Давайте вместе идти по пути добра и созидания. Да поможет нам Господь и героический дух предков. Мира, счастья и процветания всем вам, дорогие друзья, мои соотечественники и наши белорусы.